από εδώ, πάμε στο πάνω, στη Βουλή. Ναι. Πιβ να χαλιάω, δώ, 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 δώ. Ποδηλατείτε, γενικότερα κάνετε πράγματα με τα πόδια σας. Περάστε από το περίπτερο της βιοιατρικής να κάνετε δωρεάν πελματογράφηση. Ένα μεγάλο, εσύ ποιος είσαι. Λέγε, ποιος είσαι. Ευχαριστώ. Πες με παιδάκι μου ποιος είσαι, μην τρέπεσαι. Имбирь и лайм, значит. Алкоголь 2%. Ну тоже неплохо. Вообще прикольно. Посмотрели еженедельный парадный, да, развод караула, смену караула и в зонах. Какую-то велосипедную эту тусовку. Здесь праздник, пиво на халяву. Ну, пивной напиток. Вот. Может, сейчас еще еды найдем бесплатно. Вообще будет шикарно. Да. Как всегда, за границу попали на какой-то митинг, какие-то массовые беспорядки. Ну, тоже беспорядки. Но, видимо, митинг грозит беспорядком. Вспоминается Стамбул там. В общем, забастовка, митинг по поводу того, что по воскресеньям здесь закрывают магазины. И митингуют, видимо, местные, ну, торговцы, работники магазинов. У меня взяли интервью, местный телеканал какой-то. Что я по этому поводу думаю? А что я могу по этому поводу думать? Я ничего по этому поводу не думаю. Хотя, когда приехали и были закрыты магазины, мы возмущались. Да. Очень удачно мы попали в Афины. Правильно, что запланировали в Афинах именно воскресенье, а не день прилета. Уехали сразу. Вот, мы попали сегодня на митинг, на любительский велопробег, какие-то гонки уже профессиональные здесь же в городе, на развод наряда. Нет, неправильно сказал, наверное, все-таки это смена караула. Смена караула, которая проходит раз в неделю по воскресеньям в 11. И сейчас мы буквально за парламентом находится городской парк Афин, где можно переждать дневную жару. Кстати, сегодня очень даже хорошо, я считаю, так как мы все сгоревшие. Сегодня довольно-таки облачно. И нам, можно сказать, повезло. Ну, пойдем посмотрим парк. Кепку положи хотя бы, чтобы деньги кидали. Ну
что-то подумали, возможно, что смена караула была вполне стандартная, которая проходит каждый час. А которая парадная раз в неделю. Ну, фиг знает, может быть. Сомнительно, конечно, может быть, сегодня отменили в связи с велогонками. Ну да. Так как они также по воскресенье должны перекрывать дорогу и по ней проходить смену караула. Еще одной небольшой достопримечательностью Афин является район Монастираки, где ежедневно раскидывается блошиный рынок. Вот, случайно мимо проходили, решили посмотреть. Кстати, на рынке клубника стоит 1,5 евро за килограмм. 100 рублей. 100 рублей. Мил дело. И черешни 1,5 евро. Клубника, да? Угу. Пускай. Ну, евро. Рублей. А у нас сколько? Разданок дороже? Совсем рядом с Акрополем находится Римская гора, но в нее мы не пойдем, ее и снаружи, в принципе, прекрасно видно. Мы вернулись обратно к Акрополю, где у подножия находится Ареопаг, что дословно переводится «Холм Ареса». Отсюда открывается хорошая панорама на город Афины. Гефеста зайти, но наши билеты не действительно, но нужно было покупать билет за 30 евро. Ну как бы вроде как можно ночью перелезть, здесь нет охраны, вроде как. Ну опять же нет, мы не увидели ее. Знакомая путешественница из Кирова была зимой в Афинах и в Акрополе была ночью совершенно бесплатно. Такой маленький лайфхак. Не знаю, как здесь туристический сезон, а зимой вполне можно перелезть через забор и посмотреть все бесплатно. Тем более, благо, что подсветочка достопримечательности здесь присутствует. Так что, если завтра видео не будет следующего, то тогда мы в полиции. Дальше, если мы в полиции, то и этого не будет. Так, ну мы, в общем, наверное, до дому отдохнем. И вечером, уже, так сказать, финальный, завершающий вечер
в Греции, посидим где-нибудь в ресторанчике. А потом после ресторана а потом, может быть, полезем. Уже, да. Как вариант. Через забор смотреть. Ну мы сгорели, по-моему, уже вот прям уже все, что у нас сгорело, оно теперь повторно сгорает. Да, солнышко тут ярко. Доехали мы до дома. Я с трудом смог переодеться, потому что сейчас плечи совсем адски горят. И мы решили поехать купить арбуз. Но в итоге только заправили машину, ну, чтобы ее завтра сдать уже заправленной. Потому что хрен его знает, в 6 утра там работают, не работают заправки. Вчера ночью. Очень неприятно по обожженному коже, сука, поцарапать. А, что я говорил-то? Нет, конечно. Проволока и забор торчит. Вот, короче, заправились, хотели купить фрукты, не нашли. Вспомнили, что ехали с другой стороны, там были арбузы. Ну, смотря сколько они стоят, да? Если дорого, то значит, купим вина, а не арбузы. Потому что вино тут хорошее, оно дешевое. Дешевле, чем арбуз. Нашли мы арбуз, короче, пиво купили. Что-то все закрыто, говорит, сегодня. Саш, кстати. Воскресенье у них выходная, они тусуют все. Закрывают все, ну, пахнет закрыть все. Ну и ладно, пиво попьем, а у нас еще вино есть. Через это вот мы пришли, а у нас тут половина дерева на машину упала апельсинового. Все нормально. Обошлось. Ну, это хорошая вещь. Да. Не забудь, конечно, вино вообще. А бьется, кстати, на 13. Мы тут немножко посидели. Ну, так, вино допили, в общем. Вышли уже обратно в центр. Макс, ну, тут апельсины деревья кругом, апельсины растут. Одно из которых из деревьев упало на нашу машину. Вот есть такой вот апельсин. Этих апельсинов реально не раз. Просто, блядь, я не знаю. Картошка. Но они, по-моему, какие-то дикие. Дикие, да. Здорово. Ладно, в центр, в центр. Короче, не дикий, вкусный оказался. Да. Огромный, вкусный. Не дикий апельсин. Но он чуть горький. То есть, как грейпфрут. А может, это есть? Ну, блин, кстати, для таких размеров вполне возможно. На, попробуй. Не отравимся? Внутрь как грейпфрут. Угу. Вообще мы подумали, решили, едем дома на Сираке буквально на полчасика, может быть, там так. Фруктов каких-то и поедем уже до холма Ликовидос, чтобы подняться на него и встретить финальный закат во время нашего пребывания в Греции. С клубникой машина, с клубникой стоит 1,5 евро, 1,49 евро за полкило, не за килограмм. Это 3 евро килограмм. Ну, все равно 200 рублей и килограмм клубники. В принципе, по всей Греции такая цена. Сколько? 250 где-то было, да, еще? А, вот так вот, 250. Едем на Ликовидосу, там мы возьмем гонца и посидим. Холма Ликовидос находится, как он оказался, не так близко от станции метро. И вроде как на карте обозначен фуникулер, что он поднимает на холмы. И, скажем, в отзывах и в описаниях в интернете тоже об этом говорится. По факту фуникулера сейчас нет. Может быть, его демонтировали, еще что-то. И в итоге получилось вот от метро восхождение. От метро в гору подниматься и на сам холм.
Я не знаю, ну, мы не от нуля, конечно, поднимались. Сам холм высотой что-то 270-280 метров над уровнем моря. Ну, от метро еще. Короче, метров 150 мы, наверное, прям чуть ли не то чтобы бегом, но очень-очень быстрым шагом набрали высоты. Но на закат все равно не успели, то есть солнце уже ушло. В основном вид красиво открывается, не пожалели, что поднялись. Ну да. Сейчас куда-нибудь пойдем в центр, посидим в ресторанчике, подведем итоги и поедем спать, собираться и завтра уже рано утром в аэропорт. В ресторан мы очень не попали. А что? Александр по этому поводу очень расстроился. Вот так получилось, да. Хотелось шикануть напоследок. Да ладно, купили всяких закусончиков, лица красного, сухого. Подведем итоги нашего путешествия. Ну, понравилось. Понравилось. В Греции довольно-таки все по-домашнему, уютно, комфортно. Вот. Если едете в Афины, ну, как по мне, в Афинах, ну, два дня максимум, больше делать нечего, да? Ну, мы, в принципе, непосредственно... Галопом по Европам, прям вот, знаешь, вот три. Нет. Три. Ну, галоп по Европам это один день, два, мне кажется, здесь вообще за глаза. Ну, а что здесь делать больше двух дней? По сути, вот мы сегодня за день большую часть всех достопримечательностей увидели. Не, ну конечно можно походить по музеям, но все равно два дня. Реально. Вот. В принципе, если прилетаете в Афины, ну реально, да и больше никуда не собираетесь ехать, то ну, машину в прокат здесь брать смысла нет, вообще никакого в самих Афинах. Трафик очень жесткий, поставить машину негде. А общественный транспорт реально очень удобный. Три линии метро, одна поезд и две метро. И, в принципе, добраться до всех точек довольно-таки можно очень быстро. Мы живем от центра, получается, на машине мы ехали, маршрут строился 19 километров, а на общественном транспорте мы добирались за 20 минут, да, и в центре уже Афины. Вот. Опять же, что можно успеть за неделю? В Греции имея машину. Кстати, ту же самую машину, которую можно взять на неделю там, да, за 100 евро, даже меньше у нас получилось. Можно успеть побывать в трех самых крупных городах Греции. Это Лариса, Салоники и Афины. Ну, Ларису мы, правда, просто проехали мимо. Но, в принципе, если не тупить, как мы тут пару дней, то реально все можно успеть. Сходить на Олимп. Причем идти, конечно, желательно не в мае, а хотя бы в июне, либо уже ближе к осени. Я так думаю, потому что лето, наверное, совсем в августе. Да? Вот, потому что в мае велика вероятность того, что на маршруте будет много снега, если зима была снежная, как у нас. Реально снега было уже с отметки. Ну, в 2000 он уже лежал, уже так стабильно. Можно успеть поваляться на пляже день-два. Сделали мы. Да, как мы и сделали. Как сказал сегодня Макс, говорит, я два дня, говорит, вообще нормально отдохнул. Ну не два, по сути, с вечера начал. Отдыхать. Да. И следующим вечером закончил. Небольшой мини-запой. Да, ну это на пляже, хорошо. Ну реально, в Греции, мне кажется, если полетать в Грецию, в Афину или в Салоники, нет смысла задерживаться в городах, если есть водительское удостоверение, проще взять машину в аренду и прокатиться. То есть, благо, расстояние даже на материковой части довольно-таки небольшие. То есть, от Афин до Салоников, точно не помню. 370 где-то. Нет, так. Это отсюда до Корицы, до нашей деревни, где мы жили и снимали. Ну где-то, ну меньше 500 километров до Салоников. Вот. А, ну на платной, да, единственный нюанс, ну бензин понятно, как во всей Европе, стоимость всего в среднем здесь где-то
1,5 евро за литр 95-го. Лучше, конечно, дизельный автомобиль, но, в принципе, не суть. Реально немного не ожидали, но довольно-таки большое количество платных дорог, особенно автомагистрали, то есть их в Салонике, да, из Афин, ну и там, по ходу дела. Мы где-то, Мак завтра посчитает, я думаю, здесь вот бегущей строкой, так вставочку делаю, сколько мы потратили. Ну, на вскидку где-то в районе 70. Ну, где-то 70 евро, наверное, потратили на платные дороги. Вот. А в целом поездка обошлась так, если прикинуть. Где-то 7,5 тысяч были билеты, да? Человек. 7,5 тысяч билеты, где-то 11 мы оставили на бензин. 10,5. 13 тысяч, да? А на жилье, если я не ошибаюсь, около 15 тысяч за все время. На двоих. Причем две ночи мы переночевали в машине, хотя жилье было оплачено. А, то есть 7,5, сколько я сказал, 13, да? Угу. 20 500. Вот. И брали мы с собой всего лишь по 200 евро, которых нам, в принципе, здесь вполне хватило, в том числе и на платной дороге. И получилось, то есть, ну, 200 евро, если там округлить, скажем, большую сторону, 13 тысяч, да? В общем, 33 тысячи на человека на неделю в Греции с арендой машины, с бензином, с платными дорогами, с кафешками, с перекусами, с посещением достопримечательностей. Не так много по музеям мы не ходим, там, в принципе, за достопримечательности мы заплатили только, наверное, башня. Белая башня в Салониках, Акрополь в Афинах. Угу. А за что еще платили? Два монастыря в Макеорах мы заплатили по 3 евро. По 3 евро и 8 евро. А, да, храм Посейдона на мысе Сунио, недалеко от Афин. Ну, достаточно недалеко, 70 километров у нас по маршруту было на машине. Ребята построили. Ну, в принципе, все довольно круто. Реально, я думаю, не стоит задерживаться в городах, а стоит посмотреть. Реально, больше понравилось в Греции в маленьких городах. Вот таких, как Литохора, которые находятся у подножия Эльбруса. Да даже наши деревни, и то довольно-таки колоритно. Чуть ошибся, я тебя подправлю. Не у подножия Эльбруса. Да, по Фрейду. Эльбрус, да Эльбрус, думаю. На Эльбрус зашли, а на Олимп не смогли. Ну, не то, что не смогли, не пошли. Не рисковать. Ну, в принципе, правильно сделал мы. Олимп как стоял, так и будет стоять. Возможно, всегда будет вернуться. Ну, в принципе, все. Мы сейчас потрапезничаем немножко, попьем винца. Может быть, начнем собираться. Часа 4 поспим и поедем сдавать машину в прокатную контору. И в 9 утра у нас уже самолет в Москву. Все. Всего хорошего. Увидимся на канале «Одна нога здесь, другая там». Больше путешествуйте. Пока.